по коленям. Отпустите меня! Отпускай! Широкую улицу отпустите! Полиция, что гулял? Я гулял! Ребята, я гулял! Чего вы трогаете? Да вы шли по улице! Отпустите нас! Как вас зовут? Мы просто гуляли! Как вас зовут? Да бы я не кричал! Как вас зовут? Георгий! Фамилия? Оганезов! Пойдем, Георгий. Илья, где ты, Илюха? Илья! Враги народа! Против народа вышли! Ты что делаешь? Я пресса, блядь! Стоять! Это пресса! Пресса! Это пресса! Враги народа! Против народа вышли! Ты что делаешь? Я пресса, блядь! Стоять! Это пресса! Пресса! Это пресса! Только что я получила возможность со своим адвокатом встретиться. До этого мне не объясняли причины задержания. Я не знаю их до сих пор. Меня удерживали в машине, возили по всей Москве. Сейчас до сих пор не предъявлено обвинение. Я хочу выразить уважение и свою признательность всем людям отважным, которые вышли сегодня на улицы Москвы, которые не побоялись запугивания со стороны мэра Собянина, которые продолжают отстаивать свои права на свое политическое представительство. Я только что доставлена в ОВД поселка Московский в Москве. Сейчас говорят, что будут составлять некий протокол. Я первый раз слышу о каких-то нарушениях. До этого мне просто не привели никаких требований, из машин меня не выпускали. Только что получил возможность воспользоваться своим телефоном. Еще раз хочу сказать, что никакие запугивания на меня не действуют. Я буду продолжать вести свою борьбу за права москвичей, за права людей, иметь своего политического представителя на выборах Московской городской думы 8 сентября. Я не знаю, что будет дальше. Возможно, будет административный какой-то протокол составлен по якобы каким-то нарушениям, которые я совершала, хотя никаких не совершала правонарушений. Возможно, будут предъявлены какие-то уголовные претензии мне. Я не знаю, выйду я отсюда или нет, но в любом случае я хочу сказать, что я не сдаюсь, я продолжаю бороться. Я выражаю признательность и глубокое уважение всем москвичам, которые вышли сегодня на улицу города отстоять свои права, на то, чтобы собираться мирно и без оружия в центре Москвы, на то, чтобы иметь своего политического представителя в Московской городской думе, на то, чтобы власть уважала нас и работала, и чиновники работали на нас. Чтобы не мы обслуживали их, а чтобы они служили обществу, как и должно быть по Конституции, по нашему основному закону. Я передаю всем большой привет. К сожалению, я не смогла быть с вами в этот день, но мы обязательно встретимся с вами. Всем до встречи. Большое уважение. Признаков массовых беспорядков пока. Вот. И в общем, я бы эти вещи не сравнивал. А так, ну, все идет своим чередом, понимаете. Но в итоге заболотную власть была вынуждена
расплачиваться взятием Крыма, вот, и войной на Донбассе, понимаете? Но кто сейчас уже помнит эти события как, да, какой-то смягчающий позитивный удар, куда делась вся эта эйфория и так далее. Поэтому, к сожалению, это дальше цена будет только возрастать и возрастать за каждый шаг. И, в общем, к сожалению, эту цену будут платить все мы, и я, и вот ребята, стоящие в оцеплении, точно так же. Заключительный вопрос. Я встретил вас вот здесь на бульваре, на Пушкинской. Вы, я так понимаю, видимо, решили тоже прогуляться или посмотреть, что происходит. Вы не боитесь быть задержан? Потому что здесь задерживают людей многих, которые просто стоят или гуляют. Знаете, чтобы не бояться быть задержанным, надо быть идиотом, мне кажется. Конечно, боюсь, но как? Я не знаю, может быть, есть такие люди, которые как бы любят это дело, но нет, я, конечно, боюсь, но что делать. Но почему вышли так? Потому что когда так лупят людей и таким образом нарушают закон именно те, кто его должен охранять, ну как-то уже неловко сидеть вот прям совсем дома и держать голову в домике. Вот и все. Спасибо. Да.